Привет, друзья! С вами Ух ты кухня! Сегодня покажу, как подаю летом самую обычную овсянку. Поверьте, будет быстро, вкусно, полезно и очень просто. Ну что, начнем? Сковородку на огонь, немного растительного масла, сюда же граммов 10-15 сливочного, так будет вкуснее. Пусть греется, а я пока лук нарежу. Выкладываю в разогретое масло, немного солю и обжарю до мягкости и прозрачности. А этим временем беру зубок чесночка, вот так вот, так легче чистится, друзья, и мелко нарублю, успел. Сразу же отправляю к луку, опа, пусть здесь вместе с тебе дружатся. Также мне понадобится один сладкий перец, мясист, огорода. Да, мясистый такой беру, красивенький, он у меня уже желтый, и даже уже с детками, да, тоже меленько нарежу. Смотрю, что здесь мой лук. Ой, прекрасно, он уже прозрачный и даже стал подрумяниваться. Уже смело можно выкладывать перец. Ой, запахло. Перемешиваю и также обжариваю. 2-3 минуты, буду ориентироваться по состоянию овощей. Помидорку такую крупную или два небольших нужно очистить от кожицы. Помидорка должна быть спелой, друзья. Можно обдать кипятком, а можно, как я, протираю хорошо ножом. Делаю надрезики. Красавчик, Сережка, ножик. И снимаю кожицу. Как лук почистишь? Да, ножичек поменьше просто надо взять мне. Также на маленькие кубики. Выкладываю к овощам. Прям со всей вот этой вот водичкой-юшечкой. Сверху на помидоры щепотку сахара и немножко соли на все овощи. Перемешиваю и обжариваю на сильном нагреве примерно 5-7 минут. Ну и главный персонаж нашего завтрака, друзья, овсянка. Стакан. Стакан у меня 180 миллилитров. Да, крупа у меня длительного приготовления. А вот так вот. Смотрим, что наш соус. А здесь ароматы просто потрясающие. Вот, жидкость выпарилась. На стенках образовались прижарочки. Без них никуда, друзья. Иначе каша будет просто пресная с овощами. Сейчас всыпаю овсянку. Перемешиваю. Пусть она тоже напитается этими вкусами, ароматами. Поверьте, будет очень вкусно. А как полезно. Все. Когда овсяночка смешалась с овощами, беру кипяток и наливаю в сковороду. О, сразу пошел процесс. Так, чтобы, ну, примерно на пол пальчика покрыла крупу. Вот так вот. Снова перемешиваю все, чтобы она вот такая вот была. Немножко жиденькая. Я думаю, вы понимаете, да? Видно хорошо сумму. Ну что еще? Ну, конечно же, для мужчин острых ощущений. Перчик. Перчик. Тогда они добрые, щедрые. О. Накрываю крышкой и делаю самый минимальный нагрев. Вот так. Все, 10 минут даже не подхожу. А пока это готовится, я, друзья, быстренько сделаю интересный салат. Поверьте, такого вы еще не видели. То, что вы удивились, что мы едим сырые кабачки. Это как и огурцы получается. Попробуйте, как это вкусно. Нарезать можно соломкой, кружочками, палочками, как угодно. Я всегда делаю это вот так вот. Оп, оп. Выкладываю в салатник. Сюда же огурец. Опа. Цветная капуста. Сырая. Также на соцветия разделяю. Сюда. Соль по вкусу, сок лимона, примерно 1-2 столовые ложки. Все перемешиваю, чтобы лимончик хорошо подружился с овощами. И сейчас сюда можно все, что угодно. У меня это будет, конечно же, чесночная паста, чайная ложечка. Можно зубчик чесночка заменить. Тоже перемешаю. Столовую ложку ароматного масла. Друзья, зелень, посмотрите, какая у меня сегодня красота. Микс. Дружная семья, сюда же. Что порву, что так добавлю. Сережкина любимая руккола. Да, была удивлена, что мой муж так полюбил эту зелень. Сюда же. Совсем чуть-чуть подмешаю, чтобы зелень осталась хрустящей и целенькой. Ну и последний штрих, друзья. Кукуруза осталась от ужина. Сюда же. А вот так. Вообще шикарно. Все, салатик готов. Примерно за 3 минуты до окончания приготовления снимаем крышку и смотрим, что у нас здесь. Ой, друзья, у нас здесь все прекрасно.
Летом я яйца, друзья, всегда заранее разбиваю в пиалочку, потому как жарко, всякое может быть. Ячейка, яйцо. Давай вот сюда вот. И вот сюда. Одно. А, красота! Красота! Белочек. Присаливаем. Только белок. И готовим. Еще 2-3 минутки. Это наш завтрак. А наш завтрак. Когда? Белок уже начал белеть. Накрываю крышкой, выключаю нагрев и жду примерно 3-4 минутки. Конечно же, друзья, степень прожарки яиц ориентируйте по своему вкусу. Мы любим желток жидкий. Та-да-да-да-да-да! Опа! Класс! Ух ты! Ух ты, кухня мы, Сережка! Ух ты, кухня! И вот так вот, друзья, берем аккуратненько, чтобы яйцо осталось у нас целым. Яйцо, белок. Каша с овощами. Поверьте, она очень вкусная. Мы сами, когда первый раз приготовили, не ожидали, что так, да, что так можно. С таким завтраком вы будете сыты до вечера. Поверьте мне на слово. Проверено. Друзья, и, конечно же, салатик. А вот так вот. И зелень. Я же хочу показать, как это вкусно. Ну что? Друзья, ставьте нам лайки, пишите в комментариях, как вам такой полезный и вкусный завтрак, а мы сейчас это все съедим. И вот так вот, друзья, яйцо. Вот, люблю это жидкое яичко. Как правильно, яйцо или яичко? Кашку вмакиваю и в рот. О, класс. Это очень вкусно. Ставьте лайки. Сына, иди кушать. Красавец. Спортсмен. Для него сытный, вкусный, полезный завтрак. Сына. Сейчас мама тебя будет удивлять. Красавчик, а? Сейчас мама тебя будет удивлять. Всем мирного неба, свободной, счастливой жизни. Да. И гармонии в семье. Живите дружно.